Всем привет! Встали мы сегодня в 5 утра. А все для чего? Для того, чтобы поехать на утреннюю рыбалку на реку Кубань. Темрюк всегда считался рыбным краем. Во всяком случае, раньше рыбы было очень много. Будем рыбачить, посмотрим. Начали с одной удочки, сейчас уже на две удочки рыбачим. Уже почти промышленные масштабы добычи рыбы. Сегодня мы наловим рыбки для своих кошек. Такая мелкая как раз идет. Уклейка, побольше лоски. У меня прям одна за одной, я только закидываю удочку. Кто успел, тот и съел. Опа. Нормально. О. Это карась? Это да. Карась. Это карась. Рома, там этот садок в гараже возьми. Опа, ну, вот это рыбалка. Он такой маленький, но уже приятно. Да. Сомик и американец, по-моему. А где пацан? Не надо. Рома, аккуратнее, у него шипы. Попался нам вот такой вот сомик. Сказали, что у него есть шипы и что нужно быть очень аккуратным, иначе потом будет болеть. Поначалу, когда только приехали, прямо постоянно клевало. Вот, кстати. А! Опа! Вот она мелочь. Вот они, такие вот рыбки размеров для кошки. Только поймали рыбку, кошка сразу тут как тут. Уже ждет в ожидании. Дай поделюсь. Ничего себе, небольшая. Карасик. Хороший. Сорвался. Ну, бывает и такое. Но он был хороший. Крупненький. Ну да. И такое бывает. Американец. Да он маленький. Он маленький. Но вкусный. Маленький. Вот сейчас карасик был покрупнее, сорвался. Вот это вкуснее, чем карасик. Вон, видишь, как слабо. Видишь? Что, забрасывать? Подожди, надо же цепь поменять.
уколешься, потом болит очень долго. Видимо. Но его развелось в Кубани очень много. У него врагов нет. Возьмем такого, нет? Ага. Отпускаем. Бери, бери. Взять. Это сковородочный. Сковородочный. Нормальный такой. Ну, маленький. Ну, уже есть можно, конечно. Серьезный. Он сладенький. Губище. А боком? Боком. Приморские передадим. Можем даже почистить. Кушай, кушай, не бойся, не бойся. Боится? Да, боится, конечно. Да, вот это разнообразие, вот это знаешь что? Анчоусы. Не успел закинуть, уже что-то дергается, так смотри, сопротивляется. Карасик. Маленький, но видовой. Ну, спиннинг хорошо, тут прям ловится. Ты не хочешь поймать? Да я вот никогда не пробовала на спиннинг. Даже не знаю. Надо пробовать. Угу. Класс. Ну, маленький. Но на сковородку самое вкусное. Ну, да. Они такие не крупные, они вкуснее всего. Карасик. Сковородочный. Ой! Давай его быстрее. Оп-оп-оп-оп. Вот такой. Ну, не крупный. Угу. Стандарт. Когда? Давай, 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 давай. Подсекай. А теперь потихонечку крути. Есть что-нибудь? Я даже не знаю. Чуть выше подними. Ага. Чуть-чуть. Потихоньку крути. Что-нибудь есть? О, как карасик большой. Ничего себе. Вот так. А теперь поднимай и в сторону отводи. Поднимай, 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 поднимай. О, молодец. О, поймала самого большого карася сегодня, по-моему. Молодец. Вот это да. Вот это размер. Давай я возьму. Вот. Хочешь, возьми в руки. Так. Вот такой вот карасик. Да. Здоровается с тобой. Больше, чем моя ладонь. Давай. Время близится к обеду, и рыба перестала клевать. Вот самый сок был, когда мы приехали только рано-рано утром. Вот тогда я закидываю, она клюет, закидываю, клюет, клюет, клюет. Сейчас не на спиннинг, не на обычную удочку, ничего не клюет. Поэтому надо будет скоро уже собираться и идти домой, заканчивать рыбалку. Я думаю, вам понравилась эта рыбалка, а я-то какие я впечатления получила. Я думаю, этот ролик был интересный. Так что напишите какие-то позитивные комментарии побольше. Будет интересно почитать. Всем спасибо. Пока-пока. Наш улов. О-о-о. Вот это Кубань нас сегодня порадовала. Карасики, сомики. Вообще. Вот это круто. Есть. Да. Улов, во.